Всем кулачка, дорогие друзья, вы на канале The Queen, и это прохождение игры Sallyfest. Мы продолжаем игру, это уже вторая часть. Ну, начнем, продолжить. Вышли из дома, и он начал рассказывать историю, ну, как он оказался в этом доме. Так, вот тот прошлый, этот, как его, мент. Прошлой части. Так, на пятый этаж давайте. Верхних и будем опускаться до самого нижнего. Так, ну, мы видим то, что пятый этаж, он какой-то дряхлый, обрыганный, обетованный. А, вот, внимание, в настоящее время этот этаж ремонтируется. Пожалуйста, последуйте к ближайшему выходу. А, он ремонтируется, поэтому, видимо, он такой плохо выглядит. Так, ладно, ничего страшного. Так. 501 квартира, но на ней нету, видите, значка, он упал. Ну, полу, ну, ремонтируется, что пятый этаж, как сказали нам тут. Заперто. 501 квартира заперта. 502 тоже заперта. А 503 тоже заперта. Есть еще? 504 есть. А она открыта. Эй, о, бомжара какой-то. Простите, не знал, что здесь кто-то живет. Здравствуйте, сэр, вы в порядке? Тебе не стоило сюда приходить говорить нам, бомж. Простите, я хотел познакомиться с соседями и... Темное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Вы точно в порядке? Ничего себе магия! А он похоже... Какого? А мне показалось, он сказал, круто. Ну я бы так и отреагировал, круто. И забрал бы себе парочку газет на память. Шучу. Ладно, смотрите, а на двери тут следы от рук. Походу, кто-то пытался зайти или выйти оттуда. Нет, скорее всего, зайти. Да, как бы он выйти оттуда? Ладно, странно, дверь в ванную закрыта. Но мне кажется, в ванной кто-то есть. Что-то ванна это темное место. А эта дверь вообще заколочена. А, на ремонте все, я забыл точно. Вот почему все и заколочено. Но резетка есть. Это хорошо. Ну, бомжу тут не скучно, видимо. Пятый этаж. Пойдемте на третий этаж. На четвертом мы были. Это наш этаж. Третий этаж. Так, caution with floor. Осторожно, видимо, тут скользко. Ну ладно. Так, 300... О, кто-то стоит поговорить. Привет. О боже. Прости, ты меня немного напугал. А, ты должно быть новенький из 402, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минуты, минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да, мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Сало. Давайте называть Салли Сало. Приятно познакомиться, Сало. Я Лиза. Я здесь за главную. Слежу, чтобы все было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня, ладно? Хорошо, спасибо. Да не за что. Поговорить. Привет, Лиза. Привет, Сало. Как дела? Блин, ладно, погнали. Давно ты тут работаешь? Вообще, я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно убедиться... убраться, я тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут даже очень неплохо. Для меня это место уже 10 лет как родной дом. Неплохое местечко, это точно. Что другие думают об этом месте? Ой, да всякое, этому зданию уже более сотни лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются, но от меня ты жалоб не услышишь. И им я предпочитаю действия, вижу проблему, сразу устраняю ее. Кстати, друзья, вот это она правильно говорит. Если видеть проблему перед собой, устранять ее. Если это человек, вырезать. Шучу, вырезать его не надо. Осуждаю такое поведение. Вырезать не надо. Просто не общайтесь с плохим человеком. Да, многие и правда жалуются по всяким мелочам. На такие мелочи не стоит обращать внимание, Сало. Ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Делай как я. Замечай лишь хорошее. А то, что делает тебя счастливым. И не трать свои силы ни на что другое. Хорошие вещи, она говорит. Запомните. Это Лиза. Она хорошие вещи говорит. Ты знаешь, что произошло в 403-й? Жаль, что у вас такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут все обходится без таких жестокостей. Бедная миссис Сандерсон. Кто такая миссис Сандерсон?
неважно. Офигенно ее зовут, неважно. А можно, а давай, с детишками конфетки прилагаю домой за маме, неважно. Нормально, вдруг мы ее встретим, неважно. Ладно, не забивай себе голову столь ужасными вещами. Ладно, как тут можно отвлечь себя от скуки? А знаешь что, у меня есть сын, он твоего возраста, думаю, вы здорово поладите. Он внизу, в нашей квартире, загляни к нам, познакомься. Хорошо, скажу поздороваюсь. Отлично, его зовут Ларри, он в подвале. Скажи что-то от меня. А что он делает, кстати, в подвале? Походу, она не такая добрая, как выглядит. Раз в подвале сына держит. Ладно. Однако, чтобы попасть сюда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот возьми у меня из запасных. Класс, спасибо. Откуда она знает то, что я вообще хороший человек? Вдруг я сейчас пойду, нож возьму и прирежу его там. Тут водятся призраки? Сало, дорогой. Я давно работаю в апартаментах Эдисона. Я ни разу не встречал ни призраков, ни гоблинов. У людей просто разыгрывается воображение. Слишком много сладкого и ужастика. Вот в чем дело, по мне. Ну ладно, до скорого. До скорой встречи. Понятно, в 301 мы зайти не можем. Осторожно, мокрый пол. 302, никого нет дома. Так, туда мы пройти не можем. Там кто-то стоит, но мы пройти туда не можем. Ладно, тогда погнали на вторую квартиру, во вторую квартиру. Так, туда нельзя? Нет. Так, 201, постучать. Думаю, никого нет дома. Так, везде походу, никого не вечно нет дома. Ладно, 202, никого нет дома. Может, 203 кто-то будет? Никого нет дома. 204. Да, кто там? О, Чарли какой-то, да? Здравствуйте, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. Нифига себе. Смотрите, там же... Это что ли отсылка на Фредди у него там внизу? Видите? Два мишки сидят. Да и верхние, кстати, экспонаты тоже... Кого-то мне напоминает, но я не могу вспомнить кого. Ладно. А вот слева экспонат, это, наверное, на My Little Pony отсылка. Ладно, привет, меня зовут Сала. Мы с отцом переехали сюда сегодня. И что ты напялил на свое лицо, парень? А, я понял, вы, подростки, постоянно ищете способы самовыражаться. Я ведь и сам когда-то был молод, я все понимаю. Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет, что вы. Чудненько. Ну, а я Чарли, не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер, коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья. Поэтому, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уяснил? Да, сэр, не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Вот и славно. Так, можно что посмотреть? Нельзя нажать? Нет. Блин, у него такое большое. Взглянуть. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор – поистине великое достижение. Смотри на них только... А, блин, да что ж такое? Смотри на них, сколько влезет, ну трогай. Вы поняли? Чё-то сегодня с моей дикцией не то, ладно. А что за поняшки-блестяшки? Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек? Радужное представление? Лучше мультика и не придумаешь. Офигеть. У меня получится то, что она сейчас прирежет. Такой, типа, ты чё? Нам. С двоечки. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального. Чего только душа пожелает. А поняшки? Ох, поняшки. Он так это сказал, кстати. Они божественны. Да. Кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж, пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. На это нельзя поговорить. Итак... Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Милая квартирка. Это мой личный рай. Только я и мои вещи. Вы живете здесь один? Один? Да ты оглянись, у меня отличная компания, а другой мне и не надо. Ну, вообще, да. Славно, что время от времени ко мне заходят гости. Я скоро вернусь. Это вряд ли. Так, ну еще есть, друзья, время немного. Можем на первый этаж пройтись. Так, дальше нельзя пройти? Нет. Тогда спускаемся на первый этаж.
Лифт. Первый этаж. Он звездочкой помечен, кстати. Видимо, нам сюда и надо. А может, и не надо. Эдисон. 102, 101. А как выйти из этого здания? Ладно, 101, постучать. Офигеть, вылезло. А нас, кстати, обманули на третьем этаже. Нам сказали, что тут гоблинов нет. А я перед собой сейчас гоблина вижу. Только он как-то в росте прибавился, смотрите. Так, миссис Гибсон, да, чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина, а? Дурацкие бесполезные дети, бу-бу-бу. 102-я квартира, никого нет дома. 103-я, Эдисон. О боги, какое ужасное... Ой, извини, давай заново. Добрый день, молодой человек, новый житель апартаментов Эдисона. Из квартиры 402, чем могу помочь? Откуда вы меня знаете? Я знаю все и всех в этих стенах, сэр. Лучше бы тебе это запомнить. Можно мне войти? Боже мой, нет, боюсь, что я слишком уж ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. До свидания. Прощай, мой друг. 104-я. Никого нет дома. О, нифига он длинный. Что здесь случилось? Он такой длинный, наверное, чтобы говно мешать. Ладно, друзья, тупая шутка. Ладно, здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом. А, детектив это? Судя по всему. Простите, мистер детектив, то, что я вас оскорбил. А, кстати, вот почему вы коричневый. Я понял. Судя по всему, во время вчерашних событий вы были за пределами штата. История убедительна, все в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьезное преступление. Произошло убийство? Нет, блински, так просто закрыли. В квартиру ромились, ограбили, да? Я не могу об этом говорить. Пока. Пока. Кака! Ладно, все. Друзья, а вот в подвал мы пойдем в следующую серию. Давайте вернемся в квартиру Цали. Цалу? Цалу? Какая там? 402, да? Все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, долбите в колокол. Всем кулачка и всем пока.